Это одно из последних писем, пришедшее из Германии. Наши эмигранты решили построить там какую-то себе пристройку к дому, но купить кирпичи им на ум не придет никогда, только наворовать. Когда? В воскресенье. Где? На стройке. Потому что немцам на ум не придет охранять кирпичи на стройке в воскресенье. Наши приехали, стали складывать багажник, прицеп, наполнили. Подъезжает полиция, спрашивает, что вы делаете, не моргнув глазом, наши. Испытывайте сейчас чувство счастья и гордости за наших. Говорят, понимаете, дело в том, что мы строили дом, у нас остались лишние кирпичи, и вот, чтобы не пропадало, мы сюда привезли. А теперь я требую испытать гордость за наших. Немцы, полицейские говорят, это по закону нельзя, немедленно все забирайте и уезжайте.